It's a pleasure for me to be here. Для меня радость быть здесь. With Vladimir Yakin, we had an excellent contact about the translation of our book. И Владимир Яким сказал хорошие слова о переводе нашей книги. And my colleague and I am pleased to be here in Kiev. И мы с моим коллегой рады быть здесь, в Киеве. And we are told many things, and Vladimir is an excellent guide to show many things of the city. И мы о многом говорили, и Владимир замечательный гид по Киеву, многие места нам показывал. Now the subject of this lecture. Теперь о предмете нашей лекции. It's about the ancient cosmology of the Israelites. Она посвящена древней космологии израильтян. I show a picture of John Walton. Джон Уолтон – это картина из его книги. He writes in his book The Lost World of Genesis 1. В своей книге «Потерянный мир» первой главы книги «Бытие» он пишет: Quotation, the Israelites did not know that stars were suns. Цитата. Они, то бишь израильтяне, не знали, что звезды – это как бы солнце. They did not know that the earth was spherical and moving through. Они не знали, что Земля имела сферическую форму и двигалась через пространство. They did not know that the sun was much further away than the moon. Они не знали, что солнце находится на куда большем удалении, нежели луна. Or even further than birds flying in the air. Или даже дальше, нежели птицы, летавшие в воздухе. They, the Israelites, believed that the sky was material. Они, израильтяне, верили, что небо было материальным. Solid enough to support the residence of the deity as well as hold back waters. Достаточно прочным и твердым, чтобы поддерживать обитание самого божества, но и также воды, которые там находятся. In another book, в другой книге, написанной artistic rendering of how the Israelites envisioned their world. В 2013 году написано, и вот оттуда эта картинка, как израильтяне представляли себе мир. Above is the heavenly temple of God. Сверху находится небесный храм Бога. The solid sky is supported by mountains. Твердое небо поддерживается горами. And the earth is standing on pillars in the sea. И земля стоит на столбах, которые находятся в море. And below you can see the Leviathan. Ниже Левиафан. Walton is one of the scholars using such portrayals. Уолтон – один из тех ученых, которые используют такое изображение. In this lecture I want to search the origin of such ideas and portrayals of the cosmos. И в этой лекции я хочу с вами обсудить истоки подобных идей и происхождение космоса, Вселенной. I think it's possible to question these representations held by many scholars in the 20th century. Я думаю, что можно поставить под сомнение подобное представление, которого придерживались многие ученые в 20 веке. The portrayals are partly dependent on interpretation of Babylonian texts and mostly on Old Testament texts. И такое понимание основывалось на толкованиях вавилонских текстов, некоторых текстов Ветхого Завета. I will offer alternative interpretations by referencing to Old Testament texts. И я хочу предложить альтернативное толкование, ссылаясь на тексты Ветхого Завета. Text about the firmament and the storehouses of the heaven. Тексты о тверди и хранилищах небесных. Text about the relations between the sun
the moon and the stars. Тексты об отношениях между Солнцем, Луной и звездами. And text about the waters under the earth. И текстах о водах под землей. As far as I know, O.C. Whitehouse was one of the first to make a portrayal of the Old Testament cosmology. Насколько мне известно, Уайтхаус был одним из первых, который дал изображение космологии Ветхого Завета. He published it in 1898. Он опубликовал его в 1898 году. For him, this image represents the common views of the Semites, whether Babylonians or Israelites. Его представление, этот образ, эта картина отражала общее представление семитов, вавилонян или израильтян. Поэтому он использует слова как вавилонского, так и еврейского происхождения. And the name Rahab and Leviathan point to large sea animals. И имена такие как Рахав, Левиафан указывают на гигантских морских животных. A few years later, Schiaparelli, director of an observatory in Milan, wrote a book on the astronomy as found in the Old Testament. Несколько лет позже Чиапарелли, директор обсерватории в Милане, написал книгу об астрономии Ветхого Завета. He added an image to give the reader a better description of the heaven and earth in the Old Testament. Он также добавил изображение, чтобы дать читателю лучшее понимание о небе и земле в Ветхом Завете. He wrote, by comparing it with biblical data, the reader will easily be able to judge how much foundation of fact there is in it and how much hypothesis. Вот он писал, что сравнивая с библейской информацией, читатель легко может понять, где здесь мы имеем дело с гипотезой, а где имеем дело с фактическим материалом. Sun and moon are not given a place in this drawn image. Солнце и луна отсутствуют на этой картинке. But Schiaparelli explains there cannot be any doubt that the sun and moon were placed above the firmament and the upper waters. Но Schiaparelli объясняет, что вне всякого сомнения, что солнце и луна находились над твердью и верхними водами. This is an important statement because most of the portrayals of cosmology have the sun and moon located underneath the firmament. Это важное утверждение, потому что в большинстве космологий солнце и луна находились под твердью. A few years later, William F. Warren published a book on the earliest cosmologies in the ancient world. Еще несколько лет спустя Уильям Уоррен опубликовал книгу о ранних космологиях древнего мира. Он начинает с рисунка Уайтхауса. И отмечает, что море простирается во всех направлениях. Земля имеет такую окружность, окружной формы, и по краям находится несколько низких гор. Under the earth is a hermetically sealed cavity, the Sheol, the place for the dead. Под землей находится герметически запечатанное место, называемое Шеол, царство мертвых. The moon and its illuminated side is miraculously turned away from the sun. Луна и, в частности, ее освещенная сторона каким-то удивительным образом находится отвращена от Солнца. The sun can go nowhere, so that the moon and the stars seems superfluous.
И солнце, и луна, точнее, солнце никуда не движется, потому, собственно, луна и звезды кажутся избыточными. According to Warren, this image is based on metaphors that are extracted out of context. По мнению Уоррена, этот образ построен на метафорах, которые вырваны из контекста. That this metaphors of Hebrew poets in which imagery is too literally conceived. То есть это метафоры еврейских поэтов, в которых образное выражение воспринято слишком буквально. In a subsequent chapter, Warren discusses the drawing by Schiaparelli. В следующей главе Уоррен обсуждает рисунок Шиапарелли. He notes that it's strange that the heavenly bodies, as sun, moon, and stars, have been omitted. И он отмечает, что это достаточно странно, что вот небесные тела, такие как луна, солнце, звезды, отсутствуют. Yet the Israelites knew about the Orion and other galaxies. Но при этом израильтянам было известно о созвездии Ориона и других галактиках. And what's the meaning of the clouds? Каково значение облаков? In any case, Genesis 2, verse 6 speaks about taking off the vapor. Но в любом случае, Бытие 2.6 рассказывает о том, что пар поднимался над землей. Can we be certain that the evaporation was not a familiar phenomenon to the Israelites? Можем ли мы с уверенностью говорить, что парообразование – это феномен, который не был известен израильтянам? Is a water tank above the dome needed? Нужны ли вот эти хранилища вод под небесной твердью? There are other concerns, according to Warren. И другие вопросы возникали, по мнению Уоррена. How do the springs and fountains work? Как при этом работали родники и такие вот как гейзеры, как фонтаны? How do they retrieve the water against gravity from the underground cistern? Как они эту воду как извергали из-под земли? On which foundation does rest the earth? Против системы притяжения, и на каких основаниях лежит земля. Despite the criticism of Warren's work, scholars continued designing such drawings. Несмотря на критику труда Уоррена, ученые продолжали рисовать подобные картинки. Schenter published in 1925 the next image. В 1925 году пера Шенцера появилось следующее. Remarkably, three sky layers have been drawn here. Здесь также замечательно, что небеса имеют три слоя. Although there are three worlds, the earth upon belief and the underworld, which can be divided in two parts. И также земля на три части делится, то есть поверхность земля, на которой мы живем, подземный мир, который можно разделить на две части. There is also a palace of Sheol, the world of the dead. Также есть храм Шеола, мир мертвых. The drawing has two mountains in the east. Sunrise and two mountains in the west, sunset. На этой картине есть две горы на востоке и две горы на западе, восход и закат, соответственно. The next image is by Alexandra Schober and published in 1960. Следующая картинка Александра Шобер опубликована в 1960 году. Here the upper sky is seen as the fire sky. Здесь верхнее небо, оно такого огненного характера. Below is the celestial ocean with the treasures of the sky: hail, clouds, wind, rain, mist. Ниже находится небесный океан, в котором находится сокровище неба, то есть град, облака, ветер, дождь, туман, снег.
And curiously enough, the precipitation comes not from the clouds at the top left. Интересно, что осадки, они не из облаков происходят, как вот показано слева. Under the sky we see that the ocean, the sun, the moon and the stars are at equal distances from the earth. И, значит, под небом океан, солнце, луна и звезды находятся на равном удалении от земли. On the sides are the pillars on which the sky rests. По бокам находятся столбы или столпы, на которых покоится небо. The other world is obviously under the earth, and below that is the Tahan, the Hebrew word of for ocean. Подземный мир, очевидно, находится под землей, а под ним находится Техом, то есть океан. The pillars on which the earth rests are clearly visible. Столбы, на которых покоится земля, ясно видны. Where upon the pillars rest is unclear. А на чем покоятся столбы, не ясно. Otmar Kail has criticized the two representations of the cosmos provided by Schenzer and Schauber. Otmar Kail критиковал два взгляда на мироздание, предлагаемое Шензером и Шоболем. According to him, in the ancient East it was not possible to consistently separate the empirical technical from the speculative mythical performances. По его мнению, на Древнем Востоке было невозможно как-то последовательно и согласованно отделять эмпирически-техническое от спекулятивно-мифического. An interaction between the factual and the symbolic was needed in that mindset. И вот в том представлении, в том сознании необходимо было взаимодействие между фактическим и символическим. So that there is an openness of the mundane and earthly world to the realm of divine life and the bottomless vastness. И потому была открытость к такому обыденному и земному миру, к царствам божественной жизни и такой бездонной потерянности. This forms the main distinction as compared to our contemporary representation of the world as a closed mechanical system. В результате этого формируется самое большое отличие с нашим современным представлением о мире как о закрытой механической системе. According to Kail, the ground fold of the common representations of the world view in the ancient East, as shown in the images, is their dissipation and their lifelessness. И согласно Кейлю, самая главная ошибка или недостаток общих презентаций мировоззрения Древнего Востока, как на картинках, которые мы видели, это опустошение и безжизненность. According to the Bible and the Oriental versions, however, the world is open and transparent. Однако, согласно Библии и восточным представлениям, мир был прозрачным и открытым. She is not a lifeless scene. То есть это не была некая безжизненная сцена. The universe is alive and responds to the creator, on who the people and the universe directly depend. Вселенная жива и отвечает Творцу, от которого зависят как люди, так и Вселенная самым непосредственным образом. In the Psalms, the cosmos is called to rejoice, and this is more than a poetic personification. В книге Псалмах мироздание призвано к тому, чтобы радоваться. Это не просто какая-то поэтическая персонификация. Another substantial inaccuracy found in these images is that they do not sufficiently indicate that the security of living space remained a problem for the cosmology to deal with. Еще одна важная ошибка, которая находится в этих образах, заключается в том, что они недостаточным образом указывают на то, что
безопасность вот той сферы, где находилась жизнь, была постоянной проблемой древних космологий, которым постоянно приходилось иметь дело. Люди понимали, что у них нет всех ответов. И человек постоянно удивлялся божественной силе и мудрости. However, the images show only a closed system, rather than something that is open to all sides. Однако данные картины показывают только закрытую систему, а не то, что открыто со всех сторон. Man was more interested in the powers that influenced the earth than in the way the world had been built. Человека больше интересовали силы, которые влияли на Землю, нежели то, как эта Земля была построена. It's therefore impossible to reduce the representations that the ancient Israelites made to one exclusive single image. Следовательно, все представления, которых придерживались древние израильтяне, невозможно не извести к какому-то одному исключительному образу. Kell's portrayal shows a different approach. Здесь изображение Кейла демонстрирует иной подход. He decides to indicate God's power and opposing forces. Он решает обратить внимание на Божью силу и на противные ему силы. The heavenly reality is determined by God's presence. Небесная реальность определяется Божьим присутствием. In the drawing, this is symbolized by the throne with an image of deer, as well as by the flying seraphs. И на картинке это символически представлено троном, на котором находится образ Херувима и также летающие серафимы. И Бог находится не только в небесах, но также и во храме в Иерусалиме. Отсюда эти губительные воды – это силы, против которых он выступает и которых он преобразует в жизни, дающие в жизненные потоки. The continuing thread of the waters is symbolized by the black horned serpent, the Leviathan. И постоянная угроза вод символизируется черным рогатым змеем Левиафаном. God's miraculous power and wisdom prevents the sinking of the habitable earth into the watery depths. Божья чудесная сила и мудрость не позволяют населенному миру утонуть в глубинах моря. Вот. Such are symbolized by extended arms and the Bible scroll. Это символизируется вот такими распростертыми руками и свитком Библии. The Hebrew text on the scroll is Proverbs 3. The Lord has founded the earth with wisdom. На свитке еврейский текст – это притчи 3.19. Господь основал землю мудростью. Кейл admits that many variants on this image are possible, but it's important to avoid the biggest mistakes of the earlier images. Кейл допускает, что этот образ допускает еще целый ряд других вариантов, но при этом важно избежать больших ошибок предшествующих картин. Despite this criticism concerning reductionism, scholars in our time publish images portraying the earth as a flat disk in the water with a dome above it. Несмотря на критику редукционизма, ученые нашего времени обычно изображают такие картины, где Земля представлена в форме плоского диска, который находится в воде, над которым находится купол. They are more beautiful in color, for instance, the image of logos and software. И они более такие разноцветные,
допустим, программное обеспечение Logos вот там. It's very popular and many times reproduced. Это очень популярное изображение, часто его печатают в других материалах. Another is from Andrew Stalick. Другое автор Andrew Stalick. But the approach remains the same as in the period before Keil. Но подход тот же, что и в период, предшествующий Кейлю. I conclude this overview with a slightly older imagery provided by T.H. Glaston. Я хочу закончить этот обзор чуть постарше картинкой, представленной Гестером. Here the very schematically drawn tributaries of the snow, hail and wind are noticeable elements. Он очень схематически нарисованы хранилища снега, града и ветра, как самые такие яркие элементы. And moreover, the bottom of the firmament is totally flat. Кроме того, нижняя часть тверди совершенно плоская. An added element regarding other drawings is the portrayal of the navel of the earth by which Jerusalem is meant. И здесь еще находится, в отличие от других картинок, это что, как пуповина земли, над которой Иерусалим, или которой представляется Иерусалим. Now I will ask several critical questions. Хотелось бы задать несколько критических вопросов. No drawings are found in the Bible or in archaeology, so all these pictorials are only attempts to describe the main aspects of the supposed cosmology. Следует понимать, что подобные рисунки отсутствуют как в Библии, так и в древних космологиях. И все они – это просто попытки представить себе, как это могло или должно было выглядеть. An important point is that these graphic renderings are based on several texts of the Bible and do not reckon with the daily observations of the Israelites. Важный момент, что эти рисунки, они основаны на нескольких текстах Библии и никак не согласуются с ежедневными наблюдениями израильтян. Of course, the Israelites knew that the sun rises in the east in the morning and sets in the evening in the west. Конечно, израильтяне знали, что солнце всходит на востоке и вечером заходит на западе. But how did they perceive the sun going from one side to the other side? Но как они понимали это движение солнца с одной стороны неба к другой? The most drawings gave no answer on that daily business. Большинство рисунков не дают никаких ответов на это ежедневное, собственно говоря, событие. Early has already been said that in the drawings the sun, the moon and the stars are in the same confined space. Как я уже раньше отмечал, что и луна, и солнце, и звезды, они на этих рисунках, они находились в строго обозначенных местах. But when viewed from the earth, the stars seems further away than the sun, and certainly than the moon. Но если смотреть с Земли, то звезды представляются на куда большем удалении, нежели солнце, и точно дальше, чем луна. Why were these observable facts not processed? Почему эти факты, которые, в общем-то, доступны наблюдению, никак не отражались? The Israelites did undertake lunar months and celebrate the new moon. Израильтяне, они следовали лунному календарю и отмечали, праздновали новую луну, молодую луну. How is it possible that the moon goes through a cycle in the course of 4 weeks, with the lighted portion decreases and increases? И как это возможно, что луна проходит через определенный цикл в течение 4 недель, где, видны больше, меньше ее частей? How can this...
как это объяснить подобными рисунками? As the Egyptians and the Babylonians knew how solar and lunar eclipses worked, why would that not have been the case with the Israelites? Если египтяне и вавилоняне понимали природу солнечных и лунных затмений, то почему это должно быть неизвестным израильтянам? And just because the Israelites realized that the sun and the moon moved with other speeds than the stars, there could be months, seasons, and years. И поскольку израильтяне понимали, что солнце и луна движутся со скоростями, отличными от звезд, таким образом они подсчитывали месяцы, сезоны, то есть поры года и годы. Earlier I cited Walton's remark that the Israelites did not know that the sun was much further away than the moon or even further than the birds flying in the air. Вначале я упомянул цитату Уолтона, что израильтяне не знали, что солнце находится на большем удалении, нежели луна и даже нежели птицы. How can we know that the Israelites could not have known that the sun was further away than the moon? Откуда мы знаем, что израильтяне не знали, что солнце находится дальше луны и птиц? And that was still visible by solar eclipses. И все это можно видеть через солнечные затмения. And incomprehensible is the assumption that the Israelites did not know that the sun and the moon were further away than the height at which birds flew. И совершенно невозможно понять, почему израильтяне не знали, что солнце и луна находятся дальше, нежели птицы. If the Israelites knew that rain comes from the clouds, why are those usually not drowned? Если израильтяне знали, что дождь идет из облаков, почему их не изображают обычно? And are the winds rarely above the stars? И ветры, действительно ли они находятся над звездами? And how is it possible that the polar star remains in the same place while the other stars moved around it? Such is already visible in a single night. И как это возможно, что северная или полярная звезда находится на одном месте, тогда как другие звезды движутся вокруг ее, и что можно наблюдать, ну, буквально за одну ночь? The water flows are connected underground so that the rivers always flow into the sea without the sea level rises. Потоки вод соединены под землей, так что реки всегда текут в море без того, чтобы поднимался уровень моря. But here is a problem with fresh and salt water. Но есть, однако, проблема с пресной соленой водой. The Israelites knew that the water in the Dead Sea was not drinkable, even though the Jordan River with fresh water flowed in that sea. Израильтяне знали, что вода в Мертвом море непригодна для питья, хотя туда текла река Иордан с пресной водой. The drawings connect all the waters with each other as if it's no matter whether it's fresh or salt water. И на рисунках все воды соединены с друг другом, как если бы не было разницы, соленая это вода или пресная. It's strange that the scholars isolate texts to reconstruct a cosmology without taking into account everyday observations. Поэтому странно, что ученые изолируют тексты в попытках реконструировать мироздание, космологию, не принимая во внимание каждодневное наблюдение. A short historical overview. Короткий исторический обзор. The general idea of the authors of the portrayals is that the Israelites had a naive view on the universe. Общее представление авторов вот данных изображений в том заключается, что израильтяне обладали таким примитивным представлением о мироздании. This relies especially on the interpretation of the word rakia in Genesis 1 translated as firmament. Особенно это выражается в толковании слова «ракия» в Бытие 1, которое переведено как «твердь».
It also has to do with the assumption that the Babylonians and the Israelites had the same cosmology. Также это связано с предположением, что у вавилонян и израильтян была одинаковая космология, как видно в рисунке Уайтхауза. At the end of the 19th century, many critical scholars assumed that the Israelites had adopted all kinds of ideas held by the Babylonians. В конце 19 века много критически настроенных ученых предполагали, что израильтяне заимствовали у вавилонян самые разнообразные идеи, которых они придерживались. И этот взгляд частично основывается на поздней датировке книги «Бытие», то есть что она была написана где-то во времена исхода, точнее изгнания, прошу прощения. This belief persisted into the 20th century, but gradually more attention came for the many differences between the beliefs and cultures. И таких убеждений придерживались даже в начале 20 века, но постепенно больше внимания стали уделять отличиям между разными верованиями и культурами. Yet until far in the 20th century, many scholars believed that the Israelites in their cosmology dependent on Mesopotamian sources. Но практически до конца 20 века многие ученые считали, что израильтяне в своей космологии, в своих представлениях о мироздании зависели от месопотамских источников. In 1819, Peter Jensen translated the Babylonian poem Enuma Elish, and he interpreted it as indicating that the heaven is a hard dome. В 1890 году Питер Йенсен перевел вавилонскую поэму «Энума Элиш» и толковал, что она говорит о том, что небеса представляли собой твердый свод. However, one century later, there is no clear support for that translation and interpretation. Однако 100 лет спустя не находят ясной поддержки ни такого перевода, ни такого толкования. The Mesopotamian cosmology greatly differs from the biblical version, partly because the Babylonians believed in six flat heavens above each other. Месопотамская космология очень сильно отличается от библейской версии, частично потому, что вавилоняне верили в существование шести плоских небес, которые находятся друг над другом. They were more interested in astrology, what the gods did and what that meant for the people on earth, than in the structure of the cosmos. Их больше интересовала астрология, то есть что делали боги и что это значило для людей на Земле, нежели строение мироздания. Nowadays, scholars no longer claim that the Mesopotamians believed in a firm sky dome. В наше время ученые больше не утверждают, что месопотамцы верили в купол, твердый купол, вот который, которым было небо. Now I go to the Greeks. Already in the 6th century BC, the Greeks thought that the heavens consisted of hard spherical layers, spheres. Где-то в 6 веке до Рождества Христова греки уже считали, что небеса состоят из твердых сферических слоев, либо или же сфер. The geocentric model delineated that spherical layers needed for the movement of the sun, moon, and stars and planets. И вот эта геоцентрическая модель с разными слоями нужна была для того, чтобы объяснить движение Солнца, Луны, звезд и планет. There were several layers needed, at least eight, because the heavenly bodies made different moves. Нужно было несколько слоев, по крайней мере 8, потому что небесные тела двигались с разной скоростью. Tales in 585 before Christ gone faint by the prediction of a solar eclipse. Фалес в 585 году до Рождества Христова прославился своим предсказанием солнечного затмения.
And in the 3rd century BC, Eratosthenes calculated the circumference of the earth by measuring the solar altitude. Circumference. Окружность. Ага. В третьем столетии до Рождества Христова Эратосфен подсчитал окружность Земли, измеряя высоту Солнца, ширину Солнца. Definitions. In Egypt, Pharaoh Nego II, about 600 BC, had asked the Phoenicians to find a route around Africa. Фараон Нехао второй, то есть где-то 600-й год до Рождества Христова, попросил финикийцев найти путь вокруг Африки. They began in the Red Sea, headed south, and came in the 3rd year of their journey through the Pillar of Hercules, now named Gibraltar, and passed through the Mediterranean before ending in Egypt. И они начали с Красного моря, отправились на юг, затем на третий год своих странствий прошли сквозь так называемые Геркулесовые столбы, то бишь Гибралтар, Средиземное море и попали в Египет, вернулись в Египет. The Greek historian Herodotus notes, and they told something that I can't believe, but maybe another can. Namely, that when circumnavigating Libya, that's Africa, they have had the sun on the right side. И тогда греческий историк Геродот отмечает, и они рассказали что-то, во что сложно поверить, но, точнее, мне сложно поверить, может быть, кто-то сможет, а именно, что оплывая или же путешествуя вокруг Африки, Либии, у них солнце оказалось справа. For someone in the northern hemisphere, in the northern half of the earth, this is strange indeed. But for the modern reader, this is a confirmation that Phoenicians have been in the southern half. Для кого-то, кто живет в северном полушарии, это может показаться странным, но для современного читателя это просто подтверждение того, что финикийцы побывали в южном полушарии. These very experienced sailors that could navigate on the stars will have known much of the stars. Это были опытные моряки, они могли плавать по звездам, определяя направление по звездам, и им были известны многие созвездия. Now we go to the Bible to analyze one of the main concepts, the word rakia, usually translated as firmament. Теперь мы переходим к Библии, чтобы проанализировать одну из главных концепций, именно слово «ракия», обычно переводимое как «твердь». The translators of the Septuagint, the Greek translation, choose the word «stereoma», something that is established or resistant, as translation for the word «ракия». Переводчики Септуагинты, переводя слово «ракия», выбрали греческое слово «стереома», то есть нечто такое прочное или же упругое. The common view of the Greeks was that the heaven was made from hard material. Потому что греки в целом считали, что небеса созданы или сделаны из твердого материала. The word rakia is mentioned 17 times in the Hebrew Bible. Слово ракия в еврейской Библии упоминается 17 раз. In none of these cases does the word appear in conjunction with a metal. И ни разу это слово не встречается в связи с каким-то металлом. The related verb raka is 12 times used. Связанный глагол рака употребляется 12 раз. It's remarkable that in sentences with the word heavens, the verb is connected with creation. Удивительно, что в предложениях со словом небеса этот глагол связан с творением. Often the meaning of the verb is to stretch or to spread. И часто глагол переводится как простирать или же растягивать.
For instance, Isaiah 42, and this is what God the Lord says, He who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and all that comes out of it. Исаия 42:5. Вот что говорит Господь Бог, тот, который создал небеса и простер их, который, как там, раскинул землю и все, что выходит из нее. And a text from Isaiah 44. I am the Lord who has made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. Исаия 44:24. Я Господь, который создал все, который простер небеса, который рукою своею или и который простер землю. Это свободный перевод. You may conclude that the verb raka is not necessarily connected to the hammering of metal. И можно прийти к выводу, что слово рака не обязательно связано с ковкой металла. We can describe the verb as an indication of a process that makes a given substance larger and thinner. Мы можем описать этот глагол как указание на процесс, который какое-то вещество делает большим и тоньшим. After this discussion of the verb, it's important to have a look at the noun. Также после обсуждения глагола важно обратить внимание на существительное имя. In Genesis 1, the rakia is created and is separated waters above and waters below. В Бытие 1:6-7 сотворена ракия, и это отделило воды, которые над, и воды, которые под. Overall, we can think of the waters on earth and the waters in the air. Water that can fall down, but usually remains there. И в целом мы можем считать, что речь идет о водах на земле, то есть позже море, и в воде в воздухе, то есть в воде, которая может упасть, но обычно остается там. After the creation of crop and trees, the lights in or on the rakia are posted. И после сотворения растений, деревьев, светило помещается на ракию 1:14. This is with the intention to make separation between the day and the night. Для того, чтобы отделить день от ночи. Also the great light and the small light, namely the sun and the moon. Также светило больше и светило меньше, то бишь солнце, луна. You'll get a spot in or on the rakia. Тоже они находят свое место на ракии. The bird comes back at the creation of the birds. И когда идет речь о сотворении птиц, это слово появляется вновь. They fly on the face of the rakia of the heavens. Они летают по лицу или же, да, Алпене или же ракии небес. For us these expressions are difficult to combine. The sun and the moon are in space, and that is the universe. Для нас эти выражения сложно сочетать вместе, потому что солнце и луна находятся в пространстве, то есть в космосе, во Вселенной. The birds fly relatively close to the earth, and the rain comes from the clouds or from the gray sky. И птицы летают на относительно небольшом удалении от земли, дождь идет из туч или же из серого неба. Однако есть здесь нечто общее. Для глаза наблюдателя все это находится над ним. With our scientific knowledge, we realize that there are large differences in distance, but nevertheless, we can imagine that an Israelite in several situations could speech over the sky in the sense that we do. С нашими научными познаниями мы понимаем, что есть большая разница в расстояниях. Однако можем представить, что
что израильтянин в каких-то ситуациях мог говорить о небе, как и мы. The word Nakia does not indicate a solid firmament with a quantity of water above it, a heavenly sea, but it's the place where the celestial bodies are visible, where the water comes from and the birds fly. Слово Ракия не указывает на твердый небесный свод, где находится какое-то количество, над которым находится какое-то количество воды, то есть небесное море, но это место, где находятся небесные тела и откуда идет дождь и где летают птицы. The description of the sky is phenomenological from the point of view of the observer on earth. То есть с точки зрения наблюдателя, который находится на Земле, это описание неба феноменологическое. The designation of the waters above the Rakia need not refer to an unknown reservoir that somewhere at or even above the stars should have been located. То есть вот это выражение «воды над Ракия» не обязательно должны указывать на некий резервуар, на некое хранилище, которое находится на звездах или над звездами. It's also possible that in a general sense the rain from above is meant here. Также возможно, что здесь просто имеется в виду дождь сверху или свыше. The drawings give the impression that the Israelites believed that there were literal windows and doors in the Rakia. Если судить по картинкам, то можно получить впечатление, что израильтяне верили, что в Ракии были буквальные двери и окна. However, in Psalm 78 we find the parallel built sentence. He commanded the clouds up there and opened the doors of heaven. В Псалме, наверное, 77 говорится место, где говорится, что он повелевает облакам и открывает двери небесные. In this case, with the doors of the sky, the clouds are meant. И в этом случае, когда говорится о дверях небесных, имеется в виду облака. However, the doors are not limited to those clouds. Однако двери не ограничиваются облаками. Genesis 7 mentions the windows or sluices in the heavens. В Бытие 7:11 упоминается об окнах, да, там такие хляби или же шлюзы небесные. It's clear that huge amounts of water come on earth and they can also come out a great sky. И также ясно, что огромное количество воды могут низвергнуться на землю и что они также вода может или же дождь может идти из серого неба. What does this mean for the explanation of Genesis 1, verse 6 to 8? Что это все значит для объяснения Бытия 1:6-8? Dutch scholar Alders suggests to translate Genesis 1 verse 7 with on the top regarding the expense. И голландский ученый Адлерс предлагает перевести Бытие 1:7 как наверху в отношении пространства. According to him, this does not mean that the upper waters are still above the expanse. И по его мнению, это не означает, что верхние воды находятся над этим пространством. One can conceive the expression in this way, that the portion of the water is above, as or in the expanse. Это выражение можно понять так, что какие-то части воды находятся над пространством, около пространства и в пространстве. In recent years, much literature on this topic has appeared. В последнее время на эту тему появилось много литературы. Methodologically, it's remarkable that in the description and the drawings of the supposed Israelite cosmography, often little is taken into account concerning the specific character of poetic
passages in Job and the Psalms. Методологически удивительно, что в описании картин предполагаемой израильской космографии очень часто, очень мало говорится о специфическом характере поэтических отрывков книги Иова и Псалмов. At the same time, descriptions that appear to be historical, as in Genesis, are interpreted figuratively. В то же время описания, которые кажутся историческими, как, например, в книге «Бытие», толкуются образно. The Israelites and the other peoples observed that the sun, the moon, the planets and the stars moved at different speeds through the sky. Израильтяне и другие народы заметили, что солнце, луна, планеты и звезды движутся по небу с разной скоростью. That should be an indication that these elements were not perceived as fixture in a solid dome. И это должно быть указанием, что данные элементы не воспринимались как некие вот лампочки просто на твердой поверхности, на твердом куполе. The waters lower than the land. Воды ниже земли. All the above mentioned portrayals of the Old Testament would depict water as under the earth. И все упомянутые раньше картины мира Ветхого Завета описывают воду как таковую, которая находится под землей. What are the indications for holding that view? Что указывает, что на то, что такого взгляда вообще придерживались? Well, known is the prohibition in the Ten Commandments to make images of what is in heaven above, in the earth beneath, or in the waters under the earth. Хорошо известен запрет в 10 заповедях делать изображение того, что находится в небе над землей, под землей, на земле внизу или в водах под землей. The expression under the earth in itself can point to a kind of sea under the earth. Само выражение под землей может указывать на некое море, которое находится под землей. The context, however, indicates that the Israelites could observe this water. Контекст, однако, указывает, что израильтяне могли видеть эти воды. They are not allowed to create images of birds in the air, an animal or object on the earth, and an animal or object in the water. То есть им было запрещено создавать себе образы птиц в воздухе, животных или каких-то предметов на земле и животных или объектов в воде. In Egypt, for example, sometimes crocodiles were mummified. В Египте, например, иногда мумифицировали крокодилов. These, however, are river animals. Это речные животные. The most plausible interpretation is that the prohibition relates to air, land, and water. И наиболее вероятное толкование, что этот запрет связан с воздухом, землей и водой. The Israelites could not see fish that swam under the earth, but only fish in the sea and in the rivers. Израильтяне не могли видеть рыбу, которая находится где-то под землей, но только ту, которая в море и реках. In Deuteronomy 4, Moses forbids that the Israelites make an idol, an image, or any shape, whether formed like a man or woman, or like an animal on earth, or any bird that flies in the air, or like any creature that moves along the ground, or any fish in the waters below. Во Второзаконии 4:16-18 Моисей запрещает израильтянам делать идол изображение мужчины или женщины, животного на земле, птицы, летающие в воздухе, твари, которые движутся по земле, или рыбы в водах под землей. A fish that lives under the earth, but that translation does not fit in the context. Некоторые переводы подают как рыба, которая живет
под землей. Но такой перевод не соответствует контексту. Since the waters in Egypt and in the Sinai are on a lower level than the land, they lie below the earth in the meaning of below the level of the land surface. Поскольку воды в Египте и на Синае находятся на уровне ниже земли, то в определенном смысле они находятся под землей, то есть в значении ниже уровня поверхности земли. This points to the translation in the Ten Commandments of the waters that are lower than the land. И это указывает на перевод в десяти заповедях на воды, которые ниже земли. A few verses earlier in Deuteronomy 4, the same proposition tachat is used for the Israelites at the mountain. И несколькими стихами раньше во Второзаконии 4 такое же выражение тахат используется для описания израильтян, которые находились у горы. Only the translation at the bottom of the mountain is correct, while under the mountain is impossible. И, ну, здесь единственный правильный перевод только у подножия горы, а не под горой, потому что такой перевод будет невозможным. Now the pillars. Several texts can give the impression that the earth is standing on pillars or columns in the water, but these texts express that God has freed the earth from the water. Столбы. Несколько текстов могут создать впечатление, что земля стоит на столбах, то есть на колоннах, которые находятся в воде, но эти тексты выражает идею, что Бог освободил землю от воды. Nowhere is indicated on what sort of fundament those pillars are standing. И нигде не указывается, на каком фундаменте стоят эти столбы. Also in the drawings I have treated earlier, this information is absent. Также и на картинах, которые я демонстрировал вам раньше, отсутствует подобная информация. Dangling pillars offer no firmness. Но столбы, которые стоят ни на чем, не являются надежной опорой. But the emphasis in the text about pillars is on God's preservation. Однако, когда в тексте говорится о столбах, там делается акцент на то, что Бог сохраняет. When large earthquakes move mountains, the earth staggers in its place. So that her columns are shaking. Когда большие землетрясения двигают горы, земля шатается на своем месте так, что содрогаются ее опоры. Иова 9. According to Job 26, the sky too is located on pillars. Согласно Иова 26:11, небо также находится на столбах. But before we draw inferences concerning the structure frame, it's important that these pillars not only can falter, but also that they are stunned or appalled because of God's intervention. Но прежде чем мы приступим к созданию какой-то картины, важно отметить, что эти столбы могут упасть, но также stunned. Изумлены, что ли, и appealed из-за Божьего вмешательства. You must understand that the supporting pillars are personally conceived. Нам нужно conceived in what sense? So people seen as personal with emotions and feelings. Okay. Тут нужно понимать, что здесь эти поддерживающие столбы обладают чертами личности. То есть имеют определенные эмоции и прочее. Psalm 82 says that the foundations of the earth are shaken by the injustice that happens. В 81-м псалме говорится, что
основания земли потряслись из-за несправедливости, которая происходит. This calls for a figurative interpretation. Что требует образного толкования? In his dissertation on the heaven in the Old Testament, Cornelis Houtman criticized the drawings and representation of the cosmologies. В своей диссертации на небеса в Ветхом Завете Корнелис Хаунтман критикует картины и представления древних мирозданий. He discusses the Hebrew expressions and beliefs that the text regarding the treasure rooms of the rain, wind, snow and hail are not meant literally. Такие выражения и считают, что тексты, которые говорят о сокровищницах дождя, ветра, снега и града, не следует воспринимать буквально. For Houtman, the exegetical research leads to the conclusion that from the Old Testament it cannot be concluded with certainty that Israel supposed a water mass below the earth. По мнению Хаунтмана, экзегетические исследования ведут к выводу, что в Ветхом Завете не можно с определенной степенью точности прийти к выводу, что Израиль верил в существование каких-то водных масс под землей. According to him, Rutherford gets the impression that such a presentation had not been known to former Israel. Скорее можно получить впечатление, что такое представление не было известно древнему Израилю. More generally, one can argue that the Old Testament has no cosmology. Если говорить в целом, то Хаунтман считал, что в Ветхом Завете космология как таковая отсутствует. For him it's clear that it's not possible to conclude that the Israelites had a general and systematic theory on the cosmos. По мнению Хаунтмана, ясно, что невозможно прийти к выводу, что израильтяне обладали какой-то целостной и систематической теорией космоса или мировоздания. According to Hauptmann, the Old Testament contains a world view summarized as the cosmos has come into being, existence and survival by its creator. По Хаунтману, Ветхий Завет содержит мировоззрение, которое можно суммировать как мироздание стало существовать, точнее, начало быть, существовать и жить или выживать благодаря своему Творцу. For the Israelites, the cosmos contains no unity, but an assembly of restraints, opposing powers, with repeatedly entailing the risk that the cosmos will be withdrawn from the control of God, and that the chaos will return. Для израильтянина мироздание не содержит никакого единства, но собрание сдерживаемых противостоящих сил с частым риском того, что мироздание выйдет из-под Божьего контроля и возвратится хаос. And according to him, it's not possible to express the ideas held by Israel about the cosmos in one sketch. Many drawings are needed. Невозможно одним описанием мироздания выразить идеи, которых придерживался Израиль. Нужно много эскизов или картинок. Conclusions. Выводы. In the past century, several kinds of drawings were made to illustrate в прошлом столетии целый ряд картин, же рисунков был создан, чтобы проиллюстрировать то, что называли космологией Израиля. It turns out that these are based on several incorrect and questionable arguments, such as the assumption of the influence of Babylonian and the late dating of the book of Genesis. Оказывается, что эти рисунки основываются на ряде неправильных и сомнительных аргументов,
таких как предположение о влиянии вавилонской космологии и о поздней датировке книги Бытие. The drawings are also in conflict with certain daily observations. Эти рисунки также конфликтуют с рядом ежедневных наблюдений. The criticism by Kale and Houtman entails that the performances in the portrayals are too static, do not do justice to imagery, and the main thing is missing, namely that God providentially maintains this world. Критика Киля и Хаунтмана говорит о том, что вот все то, что находится на портретах, на картинках, слишком статично. Также касается, что образные выражения неправильно толкуются, и что отсутствует главный момент, который отсутствует, это то, что Бог посредством провидения держит этот мир. It's possible that many Israelites thought the earth more or less was flat. Конечно, можно сказать, что многие израильтяне считали, что земля или более или менее плоская. It's obvious that their own world was their starting point. И понятно, что у них были какие-то представления о земле и о небесной тверди. Of course, they had ideas about the earth and the firmament. И понятно, что у них были какие-то идеи о земле и о небесной тверди. From their observations, the earth can be represented as a dome or a tent. И по своим наблюдениям они могли считать, что воздух он как-то в форме купола или шатра. These ideas, however, were not collected in a coherent cosmology. Эти идеи не были собраны в какую-то целостную космологию. The biblical texts do not lead to a clear picture of the world that can be depicted in one drawing. Библейские тексты не приводят нас к какому-то одному четкому рисунку мира, который можно представить, или же картине мира, которую можно представить одним рисунком. In many cases, the language of the perception is used in the text. Во многих случаях в тексте используется язык восприятия или воображения. But even if that's not the case, as with the pillars under the earth, all sorts of properties are mentioned that cannot be reduced to a single image. Но даже если это именно образное выражение, как в случае со столбами под землей, то есть еще множество других свойств, которых нельзя сжать до одного изображения. The Bible uses the language of the perception and speaks in many images. Библия использует язык восприятия и говорит многими образами. Thank you. Спасибо. Спасибо, доктор Пол. Thank you, доктор Пол. Спасибо вам за внимание. Thank you for your attention. Насколько я понял, у нас нет ясной картины. Well, if I got it right, we don't have unclear picture. So all we have that we cannot put it into or condense it into one image. Но мы с вами стоим на новом этапе нового технологического прорыва. Okay, but we're in new stage of new technological breakout. Поэтому это вызов для нас. This is why it's all a challenge for all of us. Может быть, есть выход в голограммах? В голограммах? Изображение. Но на данный момент... Ожидается, что я это переведу. Okay. Но на данный момент... Если вы слышите в церкви человека, который пришел к завершению, к вере в то, что земля плоская, или увидите картинку, или someone in the church, yes, that who still believes that
The earth is flat, or because he saw some picture. Don't believe these pictures. Because all the pictures that we have, they are not correct representation. Okay, now it's time for Q&As. If you have questions, please ask. After we're done with questions, our open lecture would be considered to be over. Okay, still advertising his book for 280 grimmas. Yeah. Они уже как бы напечатаны, поэтому у вас будут возможности купить другие книги. Как меня просили в издательстве передать вам. Поэтому ждем вас завтра, 8:30, Дергомарова. Эта информация есть на Фейсбуке. А сейчас вопросы и ответы. Окей. Можно вопрос? May I ask a question? Если мы будем использовать подобную методологию к большинству событий, описанных в Библии, великаны, остановление солнца, исчезновение каких-то народов. Окей, сейчас, постой. Постой. Но. Не хочу приводить любой пример, я хочу тебя перевести. Okay, if we use this methodology to interpret any events in the Bible, like giants, like sun stopping amidst of the day and others. Даже скажите, просто великаны, какие-то огненные дожди. Like miracles, fiery rains, and мы не сможем их объяснить нормально, и нам придется говорить, что это все образы. We won't be able to interpret them normally and just have to say that okay, this is all images. Особенно когда говорится про ангелов, какие-то огненные колесницы. Especially when we read about angels, some fiery chariots and other things. And as a result, we won't be able to read the Bible the way we read it now, because we end up basically, well, all we need is faith, because that's all images. Okay, thank you. Well, thank you for your question, but I see many, many differences between the approach. Спасибо за ваш вопрос, но я вижу много отличий между этим подходом. I accept all the miracles in the Bible as historical. Я принимаю все чудеса, описанные в Библии, как исторические события. My main point this evening is the problem of the drawing. И главная идея, которую я хотел донести сегодня вечером, это проблема с рисунками, которые отражают или описывают древнюю космологию. I would underline the history in the Bible and the accuracy of the descriptions. И я особый акцент делал на библейскую историю и на достоверность описаний. Even what's said in Joshua 10 about the sun standing still. И даже несмотря на то, что вот в книге Иисуса Навина 10 сказано, что солнце остановилось. But I hope I have shown that many historical critical ideas are behind the drawings in many textbooks. What do you mean, many critical ideas behind, like? Biblical. Because the book of Genesis is not from Moses, but it's only from the time. Okay. Да, и я также хотел показать, что подобные объяснения о том, что израильтяне, древние израильтяне придерживались представления о плоской земле, многие из них связаны
с критикой Библии, то есть, допустим, с поздней датировкой книги Бытие и прочее. Okay, here's somebody here and somebody there. Whom would you choose? Давай, мы с него начнем потом. Так, хочу поблагодарить доктора Павла за приезд и лекцию. Thank you for your coming and your lecture. Как я понял из вывода, if I got it, Писание не представляет нам последовательной картины, скажем, космологической картины представления древнего мира. Okay, if I got you right, the Bible does not give us, well, one consistent, coherent idea of cosmology. Соответственно, мы можем заключить, что в этом и не состоит ее цель. Correspondingly, we can come to conclusion that this is not the purpose of the Bible. Соответственно, мы можем сказать, что нам не следует обращаться за научными научными фактами Писанию, но сосредоточиться на искуплении, истории искупления, а не на геологии, астрономии и идеологии. Thus, we can say that we should not turn to the Bible looking for scientific facts about whatever Earth geology, but more pay attention to what it says about kind of history of redemption or redemptive history. Вот он, если он не передумал. Українську мову ви знаєте? Трохи знаю. Мене звати Андрій, дякую вам. У мене ще таке питання. Як ставиться до останніх слів Степана, коли він помирав, він поглянув на небо і сказав: люди, дивіться, я бачу небеса. Okay. How do you understand this last words of Stephen when he was stoned and when he looked up and said, "Okay, I see the heaven open." Уже. Да, і він подивився на небо. So look, he looked up. Небеса відкриті. He says, "I see heaven open, and I see Jesus standing there, the Son of Man, at the God's throne." So why is he looked up and saw it there up, you know, in heaven? Yes, I accept it as it's in the book of Acts, and it's the same in the book of Revelation, that no. John sees a reality beyond our imagination. Я приймаю, що те, що написано в книзі «Дій святих апостолів», як і в книзі «Об'явлення», що там Іван, тут Степан, бачать реалії, які виходять за рамки нашої уяви. But is your question that we have to draw several consequences on our view on heaven? Бо ж, які ви висновки тоді з вашого питання? Чи що, чи як? По всій видимості, що там Тобто двері в небі. Or Jacob, he saw a ladder in heaven. Okay, Jesus was again ascended up in heaven until he was closed by a cloud. So it's kind of a physical direction, or I accept all these texts. В небо він піднімався, да, і аж доки хмара його не закрила, піднімався вгору. My point this evening is that you cannot give it in one drawing or in one static cosmology.
Тобто моя ідея така, що неможливо передати всі ці ідеї одною якоюсь, однією якоюсь окремою статичною, статичним малюнком. Я думаю, що ідея ось в чому, що якщо Земля кругла і там далі космос, то туди, куди тоді дивився Стефан і куди піднімався Ісус Христос? Ну, тобто, а якщо є плоска Земля серед нас, ага, і вони вважають, що Земля плоска, то там тоді по біблійній темі знаходиться трон, ну буквально, ну, і все це як написано. Так говорили, що ж не написано. Так, але щось написано, сказали, що загальної такої картини немає, але написано, що і трон є. Окей. Well, he's saying if the Earth is round, is a sphere, okay, and then is a kind of outer space around, then where Jesus would ascend, or this chariot would go, or this ladder is, because these images fit better into this kind of, if it's flat, then there is throne up there, so they're ascending to a throne, or Jesus ascending to a throne. But if it's like a spherical earth and surrounded by endless cosmos, that Jesus is ascending into nowhere, or where? I mean, what's the point then? Why not descending or just ascend? Науки і Біблії, или права наука, это как бы нужно ее. But now you are comparing two views on the Earth, a flat Earth or a round Earth. Right, right. And my point is, there are no clear indications in the Bible about it. Both are a picture, a vision. Но смотри, сравниваешь круглую землю, плоскую землю, но то, что я хотел показать в своей лекции, что в Библии нет ясной картины, что это такое. Вот. И то представление, и то представление. And when Jesus ascended to heaven, of course, for the disciples, he went up, and they saw him going to the sky until a cloud was there. But I do not think we can have conclusions about the form of the total earth based on such text. Но да, когда мы читаем о вознесении Иисуса Христа, то по отношению к ученикам Иисус возносился вверх до тех пор, пока облако не закрыло его. Но что я говорю, что на основании этого текста мы не можем делать выводы о плоскости или сферичности Земли. А какой вывод мы можем взять из текста Исаия 22? Восседает над кругом Земли. Okay, Isaiah 40:22, that he sits above the circle of the earth. Yes, but that's a verse that's very difficult to translate. Во-первых, I do not think you can based on that verse that the special view on the cosmos is seen. So there are several translations possible. Вот, во-первых, перевод этого текста не так уж прост. И затем не считаю, что из этого текста можно строить мировоззрение, потому что там возможно несколько переводов. Например, Well, of course, I is it the word door that stands there? But I think an area or what you can see, and of course what we can see is round, but you cannot extend it to also the world is a globe. Вот, но
Если говорить о круге Земли, то, понятно, имеется в виду что-то круглое, но из этого тоже вывод, это земной как шар, или это что, или ну, это будет уже слишком много выводов. А там вот кто-то за вами раньше поднимал руку. Есть места там, где поэтически описана какая-нибудь земля, плоская или какая-либо другая. Их, понятно, торговать нет смысла, что на них основание строить формы земли как бы нельзя. А вот есть исторические места, там, где, которые не совпадают с научной точки зрения, как у меня очевидно. Ну, такие как? Ну, например. Бытие, допустим, право тут уже. Это вроде как историческое, не поэтическое. Ну, бытие, да, где? Там эволюция или же смерть над землей и так дальше, короче. Вот, зачем они написаны в исторической части Библии, если как бы они... Ага, то есть если это образное выражение. Вот так. Нет, ну, все является правдой, просто есть вещи, которые... требуют буквального толкования и образного. И то, и другое правда. Просто выводы не... Сейчас еще. Okay. We know that there are some, like in a poetry, there are some graphic renderings of the earth, and we cannot or should not interpret them literally. But let's say Book of Genesis considered to be a historical book, right? But why we have like a firmament and things like that in a historical book? Yes, I accept the Book of Genesis as a historical book. Я считаю книгу Бытия исторической книгой. But there is a problem with the translation of a word, rakia. Но, как я говорил, что слово «ракия» не так легко для перевода. And when we have the translation firmament, и переводится оно как «твердь», it contains the word firm or solid. То есть и слово «твердь», хотя оно, никто им не пользуется, но оно отражает идею чего-то твердого. Another possibility is atmosphere. Другой вариант – это атмосфера. And, as I try to show, it's not only the stars, but also the birds. And I think, especially in English, we do not have one word to describe all the world above. И как я говорил, что там не только луна, не только звезды, не только солнце, но и птицы на этой тверди. Вот. Немножечко другой вопрос. Не конкретно по поводу тверди, а конкретно по поводу того, что в некоторых в исторических книгах могут упоминаться некоторые факты о какой-нибудь форме Земли или же о происхождении человека и о всем таком, которые не совпадают с научной точкой зрения, которая, как по мне, очевидная. Вот почему, зачем это упоминается в исторических книгах, а не в поэтических? Ну, он привел один из примеров таких исторических книг, но я переведу. Не конкретно ответ, а Ивлия вопрос там. What he says is why in books, not just Genesis, but in other books considered as historical, there are devices or descriptions like that seems to contradict the science. They kind of are difficult to interpret from scientific point of view. And normally historical books are interpreted, well, more or less scientifically. So, why? Well, my point in the case of Genesis is that there are so many drawings and portrayals
But what he's saying that I'm not just limited to the book of Genesis, or you mean that each case should be, you know, studied or examined individually, or? Yes, each case examined individually. But in the case of John Bolton and others, they say, well, it's old-fashioned. It fits our view, and then we have to interpret it otherwise, or to restrict the inerrancy of the Bible only to the theological text. And my point is that he didn't interpret the Rakia quite correctly. Да, но такое впечатление, что каждое место нужно, чтобы дать ответ на ваш вопрос, каждое место нужно разбирать отдельно, и нельзя дать ответ, который вот сразу бы охватил все эти случаи. И почему? О бытие, допустим, Уолтон, он говорит о том, что, ну вот, это не соответствует нашему современному научному представлению, следовательно, это некая наивная устаревшая модель, следовательно, когда мы читаем Библию, это цепляет вопрос безошибочности и непогрешимости, если вы знакомы с такими терминами, и безошибочными и непогрешимыми мы можем считать только библейские богословские концепции, идеи, а все остальные факты, ну это как получится. Он говорит, я не согласен с этой идеей. Я считаю, что в данном случае, вот где там он начинал с Уолтона, речь идет о неоднозначном толковании слова «ракия». То есть вы так держите руку, это должно быть вознаграждено. Окей. Окей. Ага. Профессор, такой вопрос. Вы сказали, что библейские отрывки не дают понятия о космологии. Целостной картины, он сказал. Вот именно так он сказал. Тогда получается, до Коперника люди неправильно определяли время. Время, дни, месяцы, знамения и так далее. То есть 6,5 тысяч лет. Не понял связи. Может, библейская модель, она геоцентрична, а не гелиоцентрична. То есть, и получается, если то, что сказал Коперник, является правдой, то люди 6,5 тысяч лет неверно определяли все. Ага, то есть из-за того, что геоцентричная модель, окей. Окей, if, but at least if... Получается, всех сознательно как бы ввел в заблуждение. Окей. Now we're moving from flat earth to geocentrical model. And it seems that all the time until Copernicus, people believed into geocentrical model. If not flat, but still geocentrical. And not solar or whatever, centrical. But then he says that their time calculation should be wrong. Да, а почему, если геоцентричная модель, то подсчет времени неправильный? А очень просто, потому что библейская модель, она именно подразумевает, что Земля плоская. Но. Половины более 100 отрывка говорится о другой модели, а не о нет, первой. Нет. Люди всегда знают, что Солнце всходит, заходит. Стойте. Стойте, я задал вам математический вопрос, а не догматический. То есть, если говорят о подсчете, о калькуляции, да, допустим, если я складываю 1, 2, 3, 4, у меня выходит 5, то в этой последовательности должна быть где-то погрешность. Вот вопрос, который я вам задал, почему, если люди придерживались геоцентрической модели, то у них был неправильный подсчет времени. И ответ должен быть, потому что то не совпадало с тем, ну, в таком, как мне кажется. Смотрите, ну вы согласны, что это две принципиальные модели? То есть, вот, первая модель... Нет, вы хотите услышать ответ на свой вопрос? Схожие не стоят. Ну, секундочку.
Но... Нет, нет. Это ваша интерпретация библейской модели. То есть, ну, понимаете, когда мы делаем утверждения, точнее, гипотезы называем теоремами, этими аксиомами, мы сразу едем не туда. Хорошо, тогда спросите, как профессор относится к книге Йена? Кому? Книга Йена. Окей. Потому что эта книга имела огромное значение. У нее ссылается апостол Иуда и апостол Петр. А что слово цитирует Иисус Навин? You familiar with the book of Enoch or Enoch? So how do you understand this book? Because this book is very important. Judas is referring to it, and okay. Ну, хорошо, если верили, ну, понимаете, я не могу связать ваши вопросы. Если люди верили, даже если они верили в геоцентричную модель, почему они ошибались в подсчете времени? Можно я скажу? Они не ошибались, там наверное, действительно были ошибки, но наоборот, система геоцентрическая, которую сейчас используем, она исправила много ошибок. Там так получалось, что Коперник это сделал, удобнее стало считать. И солнечные, и лунные, на самом деле, да. Другой вопрос, что это не обозначает ни плоско, ни это просто модель, которая удобнее помогала считать. Ну вот, потому я не вижу, как бы, ну поправьте меня, я... Ну так разве, смотрите, вот подумайте сами, разве это не принципиально разные вещи? Солнце восходит и делает оборот вокруг Земли, или сутки проходят, правильно? Или Земля крутится вокруг Солнца, и происходит то же самое. Друзья, я что-то... Это не вопрос английского языка, вот тот, который мне задают, а здесь какие-то логические моменты, которых я не могу. Еще можно вопрос? Смотрите, а тут... До сегодняшнего дня не существует ни одной фотографии шарообразной Земли. А очень просто. Секундочку. Вот я напоминаю. Секундочку. Вот фотографии Земли, они все полностью все. Человек при ближайшем осмотрении может убедиться в этом. И здесь нет никогда ни одной звезды. На Земле? Вот, будет 8 официальных фотографий. Нет, на фотографиях с космоса звезд нет вообще. Ага. Так это очень просто. Okay, I mean, I'm sorry, but the question that he asked, he says that if people held to geocentrical model, their calculation of time and calendar should be wrong. But when I ask him to explain why, you know, why, when I add 1 + 1 and get 3, then there is some fallacy in my... He started talking that biblical model of Earth is flat. I said, no. You give me some logic why their calculation should be wrong. Why Copernicus so dramatically changed this approach, and he didn't explain that. Okay. So that's why this. I was trying to find his logical calculation. He would refer to say this. Okay. This plus this plus this would, and if you hold to just centrical, you would end up with this number of hours in a day. He never mentioned that. Okay, his next question, why? Какой следующий вопрос? Нет фотографии Земли. Не существует ни одной настоящей фотографии шарообразной Земли. А можно я прошу поделить вопрос, и возьмите поддержание, если сядется. Зная научную точку зрения и понимая, что библейская немного не так описывает, как себя человеку просто вести? Верить тому, что дает там НАСА или другие компании, или не верить, или пытаться сопоставить, то есть как реагировать? Я думаю, это вопрос, который обобщает все. Okay. When we read the Bible, we get a somewhat different model of cosmology than we receive from NASA, let's say, I mean NASA. For an average person, how to live with that? What to do with it?
try to reconcile them to how to understand it, because they are somewhat different. My point this evening is that we cannot make complete models from the text from the Bible. My second point is, and I want to say that, well, we have to listen very, very carefully to the text themselves and to the message that they are revealing. So I do not think the text are given to give us a complete picture of the cosmos. Uh-huh. But we have to listen and to obey the word of God. Да. Но что я, как бы, главная мысль моей лекции, что когда мы читаем библейский текст, во-первых, нужно обращать внимание на слова, которые там употребляются. Вторая мысль, что Библия не дает одной какой-то связной системы представления о мироздании. И что еще? And then you see all those pictures in many, many theological books. Last week, the next book was just published with the same publication as in the Logos software. Then I think it's not possible to do it. Also not written to make such a reconstruction. Да, и, к примеру, на прошлой неделе подобная книга с подобной картинкой, как в Logos Software, как, ну, это библейская программа, вышла. И что я хочу сказать, что такую картинку создать на основании, одну картинку создать на основании Библии невозможно. Это раз. Второе, что Библия не была написана с этой целью. Вот именно Библия. Значить, є таке питання також по Біблії. Бог, він знає позицію, ну, як земля збудована насправді. Але, тим не менше, він допускає те, щоб люди, да, навіть до цього Коперніка, Галілея, вони вірили неправильно. І це все записано в такій потужній книгі Біблії. А це мені трішки не зрозуміло, чому Бог, ну, з точки зору логіки, допускає таку огромну помилку в своїй книжці. Ну, мені здається, що він вже дав відповідь на це питання, що коли ми кажемо неправильно, я не перекладаю, тому що він більш говорить, що Біблія не дає чітких слів, які однозначно тлумачаться. Скоріше за все, ми домальовуємо цю картинку в нашій уяві і приїжджаємо туди, куди ми приїжджаємо. І це не Бог неправильно нам дає картину. Це наша уява. Наша уява нам дає такі картини. А подумайте про себе, наша уява дає нам різні картини. Щось не просто нам Біблія дає незакінчену ось таку картину, чи що, чи занадто багатогранну. Ну. Окей. Вопрос такой. Из этого ми поняли, що ізраїльтяни не имели древней космології, правильно? Єдиної. Ага. Мировоззрение, которое и то, как образовался человек, природа, то есть то, что написано в первых трех главах Библии. Ага. Первый и второй. Ага. Это есть документальный жанр, либо это есть литературный жанр. Потому что христиане сейчас делятся, современные христиане, примерно на два класса. В один класс входят католики, англикане, половина православных, которые считают эти первые главы Библии литературным жанром. Ага. Те, которым принадлежим, в принципе, мы, которые говорят, нет, это документальный жанр, okay. Который говорит, как точная информация, даваемая Богом, okay. Человеку, кто это написал. Okay, if I got it right, the conclusion that the main idea that I got from your lecture is that ancient Israelites, they did not have one unified view of cosmology, correct. And then, now, a book of Genesis, the first three chapters, all these days of creation.
There are some people and whole denominations, actually, like there are two large camps. One camp understands these three chapters as a literary genre with literary devices. So it can be interpreted different ways, or as factual data. I mean, you know, reliable information, scientific, so on and so forth. So how to understand it, how to reconcile, and yes, to interpret the three chapters of Genesis, it's very important to see it in the total of the book of Genesis. Ну, при толковании первых трех глав книги Бытие важно понимать эти главы в контексте всей книги Бытие. And I consider the first 11 chapters as even historical as the chapters 12 to 15. И я считаю, что главы с 1 по 12 настолько же, с 1 по 11, настолько же историчны, как с 12 по 50. И в целом я воспринимаю эту информацию, данную нам Богом, в том, как Он создавал этот мир. It's no poetry. Это не поэзия. But this special word, as the word rakia, I try to show how much understanding of the ancient Near East and the influence of the Babylonians influenced the translation. Но вот только с одним словом ракия я показал вам, как понимание или же представление о Древнем Ближнем Востоке, вавилонской космологии повлияло на перевод. Вот. It's very important to study the verb and the noun in all the other books of the Old Testament. Для меня важно было исследовать и существительное, и глагол во всех книгах Ветхого Завета. And then my conclusion is that the special interpretation used in the drawings is not correct. И из этого я пришел к выводу, что то толкование, которое использовалось в рисунках, не соответствует действительности.